эффективные. Да все они, в общем, примерно одинаково работают, на ЦНС возбуждают. Ну, мне не нравятся те, которые герань содержат, мне от них плохо очень. Поэтому, наверное, что-нибудь попроще на основе эфедрина. Ку-ку. Да, привет. Так что сейчас попробуем отснять. Что с качеством? С чьим качеством? Ну, не знаю. Наверное, есть какое-то качество. Привет из Ростова. Привет, Ростову. Блин, хотел в Перископ выйти, когда были на Байкале, катался на лыжах. Но по нашему питерскому московскому времени это было реально в районе 4 часов утра. И я почему-то подумал, что, наверное, не буду делать. Из Караганды, привет, Караганду. Живем Линдоверном. Да мы тоже живем Линдоверном. Ставрополь, из Чехова. Слушайте, в Чехов приглашали, наверное, надеюсь, скоро поедем. Да вот просто было, не было времени реально. То есть на Байкале, считайте, было 4 дня, потом Москва, Владимир, Ковров, опять Москва. И вот сейчас только обратно. И столько дел оказалось. Вакуум еще делаю? Да, делаю. Перемешка с прессом. Привет из Беларуси. Привет. Будем у вас, наверное, в начале апреля. Погода не испортила план на день? Да нет, слушайте. В Орел, слушайте, вот почему-то мне такое впечатление, что должны. Должны мы в Орле оказаться. Вот. В Баку, не знаю. Владикавказ, в Астрахань. Без пафоса мужчина, ну, наверное, без пафоса, не знаю. Вот, тоже, может быть, сегодня сделаю пару фоток, покажу форму. Парадокс, но я стал весить больше, я сейчас весу почти 117 килограмм. Вот, не понимаю, в чем дело, стал реже тренироваться и такое ощущение, что стал больше. Сейчас будет тренировка спины. Сколько дней и недели тренируюсь, вот сейчас стал реже тренироваться, и мне кажется, что это мне больше подходит. Днепропетровск, привет. Да, в Нижнем Новгороде, слушайте, вот не знаю, были не так давно. Да нет, лучшая форма, это, конечно, громко сказано. Тяжело ее сейчас держать стало, потому что, еще раз говорю, почти 3 месяца прошло тренировки в статодинамике. Кардио убрал, и, конечно, тяжело держать форму. Но сейчас, наверное, придется пожестче с углеводами быть. Ну, здоровый, да нет, не здоровый, обычный. Седой это, да, уже. Это эффект статодинамики? Да думаю, что... Да черт его знает, я же силу не проверяю, то, что я стал слабее, это факт. Вот, слайсы можно хавать, я не знаю, что такое слайсы, если честно, вот. Поэтому не знаю. Что едить перед сном? 6 яиц у меня получается, яичница, салат с овощами и с немного сыром. Ну и протеин на ночь пью, когда совсем голодный. Ну обычно я совсем голодный, поэтому еще протеин на ночь пью перед самым сном. Вот, поэтому как-то вот так вот. А в Сургуте, не знаю, вообще планировали, у нас там есть друзья, есть такая сеть спортивных магазинов «Ахиллес», вот, и вчера буквально созванивались, о, мышцы РФ выходят, без желтка нет, с желтком, не вижу никакого смысла, сдал анализ сейчас на холестерин, но все очень хорошо, мышцы РФ, привет. Вот, мышцы РФ несут какой-то спонсорский банку протеина, который я пить не буду, вот. А желток в десны втирать надо, да, ну, желательно, конечно, в десны, можно ректально его вставлять себе. Вот. Что могу сказать про Тринабол, а что про него сказать, там написано все. Так что, не знаю. Ну, самый грамотный практик вряд ли. Ну, слушайте, при отсутствии нужного количества белка и углеводов, ну, в армии хотя бы по углеводам, по жирам, ну, что, придется вам расти, сопровождая свой рост жировой составляющей. Ну, какой протеин посоветуете? Вы же знаете, что я являюсь спортсменом компании Opti Nutrition, и, разумеется, ну, собственно, логично предположить, что это будет Gold Standard V100. Сколько желательно есть килокалорий для массы тела? Да нет таких цифр на самом деле. Сейчас у меня клиент был, пытались обсчитать его, и выяснилось, что он набирает, реально набирает лишний жир, при том, что его калорийность общая в день меньше, чем его базовый энергообмен. Ну, что по законам математики невозможно, но тем не менее. А что по углеводное окно? Если вы имеете в виду углеводная разгрузка или загрузка, мы еще понимаем. То наш протеин предпочитаете? Ну, слушайте, предпочитаю казеин. Ну, это логично. Если бы казеина не было бы возможности, это был бы, наверное, концентрат. Даже не изолят, а концентрат. И даже на молоке, может быть, и даже с клетчаткой грамм 30 туда пихнуть,
И будет такой очень вкусный злаковый коктейль, который будет очень медленно усваиваться. А если еще омега-3 съесть граммчик, то вообще будет хорошо. Скорость усваивается.